Так, давайте подробнее взглянем на нож Стерах 2 в исполнении с рукоятью из кожи матовыми элементами. В данном случае вот кожа, да, можете обратить внимание, мы ее как бы еще можем отполировать, вот, но со временем, в этом и плюс, и минус кожи, она все равно начинает немножечко ворситься. Да, и за счет этого как бы и рука, и ручка ухватистая, в чем бы вы ее не испачкали. Вот. Но кому-то это немножко не нравится. Друзья, если вам не нравится, что кожа ворсится, да, заказывайте рукоять не из кожи. Вот, потому что все равно, как бы мы ее не отполировали, да, она там, через какое-то время все равно начнет при активном использовании у вас немножечко ворситься. Это как раз замечательное свойство данного материала. Но кому-то нравится, кому-то нет. Значит, закрутка у нас тыльник из дюралюминия цельного. То есть это токарная работа, цельный дюралюминий D16T. Он закручивается, втягивает всю конструкцию. Здесь тоже у нас проставка из дюралюминия и, соответственно, гарда. Сам клиночек, да, повторюсь, имеет цельный хвостовик, который проходит через всю рукоять. Здесь вот насечки на обухе. Может быть, там опереться при разделке, вот как-то вот так вот. Или для, ну, как, элемент стиля, скажем так. Для облегчения конструкции широкий дала с двух сторон. Лезвие, видите, вы имеет две части. Но заточку мы делаем общую. Раньше мы ее разделяли на две составляющие. Но опять же, как бы возникали вопросы, вот этот пенек, зачем он нужен, да куда. Стали точить целиком. Данный конкретный экземпляр имеет еще заточку фальшлезвия. Это тоже, если хотите, можете попросить, мы сделаем это безвозмездно. Комплектуются все у нас стерхи для вот такими ножными из натуральной кожи. Они с застежкой на свободном подвесе. То есть можно сюда повесить, можно эту штуку снять, сюда повесить, можно не снимать и вешать сюда, чтобы нож свободно у вас на ремне висел. Или же жестко повесить в эту лямку.